Самолет авиакомпании «Флайарстан», выполнявший рейс Нур-Султан-Шымкент, совершил вынужденную посадку в аэропорту Алматы из-за метеоусловий. Информацию подтвердили в пресс-службе воздушной гавани южной столицы. При этом там добавили, что речь об авиационном ЧП не идет. Воздушное судно якобы приземлилось в мегаполисе в штатном режиме. Никто из пассажиров не пострадал. Между тем, на сайте flightradar24.com, позволяющего в реальном времени наблюдать за перелетом воздушных судов, четко видно, как авиалайнер делает несколько кругов вокруг Шымкента, а после направляется в Алматы. По словам одного из пассажиров этого рейса, в салоне была паника. Просто там такая паника была. Говоря простым языком, мы были между жизнью и смертью. Мы приземлились и еще достаточно долгое время сидели в самолете. Затем нас выпустили и отправили в зал ожидания. И тогда нам сказали, что деньги нам не вернут, пообещав, что рейс снова вылетит в Шымкент, но это произойдет в течение 2-3 часов. Но по состоянию моего здоровья я отказалась от их предложения. В пресс-службе авиаперевозчика комментировать ситуацию пока отказывается, но, как стало известно, самолет все же успешно долетел до Шымкента.